Доброго утра всем! 9 часов у нас, уже проснулись мы, все проснулись. Сегодня Гриша дома, я этому очень рада, что каникулы. Они сейчас с Афанасием там играют. Гриша здесь уже похудожничал. Посмотрите, какую он нарисовал картину. С утра пораньше, вот что значит каникулы. Может, хотя он не спал, сегодня рано проснулся, даже Антошку еще увидел. Так, сегодня с утра у нас шел дождик, но вроде бы сейчас уже прекратился, по прогнозу я посмотрела, и мама мне тоже сказала, что вроде бы дожди от нас уходят, но будет еще прохладно, вот так вот тепло, как были дни, когда мы сажали картошку, пока так не будет. Вот сейчас мне нужно приготовить обед, потому что Гриша дома, теперь нужно готовить два раза. У меня есть одна уточка, поэтому я сейчас не буду готовить обед. Хочу приготовить плов и сварить какой-нибудь супчик и потушить капусту. Вот, в общем, сейчас начну это делать. Хочу все одновременно, параллельно вот делать, чтобы один раз всего поготовить вот до обеда и все, вечером уже не готовить. Так, ну что, у нас 11 часов, я, кажется, все доготовила, только не стала тушить капусту, потому что это опять время, и не хотела я стоять еще возле плиты. В общем, что я приготовила, сейчас покажу. Это плов в мультиварке из уточки. Рис я предварительно замачивала, то есть пока уточка обжаривалась, рис был замочен, и он получился достаточно рассыпчатым. То есть, ну все равно это рисовая каша. Мой муж говорит, что настоящий плов это на костре, поэтому это рисовая каша с мясом, и здесь у меня супчик очень-очень вкусненький, это с перловкой, с солеными огурцами, я еще сюда рассол добавляю из огурцов, и вот такой вот суп. Так, что здесь еще? Здесь мы еще хребет от уточки погрызем, потом Рексу пойдет, и это я решила все-таки салат приготовить, просто капуста, горошек и зелень с сметана и майонез. Вот. И два кексика всего остались. Обалденные кексы. Попробуйте приготовить. Вообще очень вкусные. Единственное, кому-то не нравится черная смородина, но так как мне очень нравится кисленьким, то я делаю именно с черной смородиной. Можно с малиной, я думаю, попробовать, чтобы не так кисло было. Сейчас быстренько наведу здесь порядок и пойдем на улицу, пока опять не начался дождь, потому что я ходила за петрушкой, и тучи там вообще опять нереальные. Так, а мы уже на улице. А где же Гриша, сынок? Ты не знаешь? Ты его не видел? А он что, за тобой тут не следит? А кто за тобой следит? Там Гриша, ты знаешь, где он? Пошли посмотрим. А вот где Григорий, он на огороде. Сыночек, а что ж ты там делаешь? А ты еще хочешь фасоли посадить? Так, а тут у тебя что посажено, сына? Уже что-то здесь зашло. Это укропчик. Да нет, это что-то не укропчик. Это петрушка тогда. Я здесь зелень сажал. А-а-а. А вот этот салат, который мы с тобой это. Нет, тут здесь. Возле лука. Вот здесь всего два рядка и один рядок. Угу. Вот. Вот, смотри. Вот два рядка там. Угу. И вот этот рядок приписки. Ясно. Афанасий, ты тоже хочешь быть земледельцем? Да. Да. Вон. Вон, смотри, как спасет. Так, а где здесь можно ходить? Везде пока? Ну, бассейн же будет не до самого края, если ставить. Здесь так ты под забором фасоль садишь, да? Ну, и здесь я вскапывать не буду. Там я думал сначала он там посадить, но понял, что лучше здесь. А то вдруг папа еще барашков привезет, проедется просто. А ты что хочешь? Да. Рыбак мой, ты что делаешь? Рыбку хотел половить, да? Ну и как тут рыбка есть? А рыбу. Ты поймал? Да. Так ее можно пожарить. Да. Давай ее съедим, давай. Ам. Ам, ам. Ам. Тучи
все-таки, но солнышко все-таки хочет победить их. Подарить нам хорошую погоду. Но пока... Мы тут с Григорием все-таки посадили эти цветочки. Пуля сейчас сфотографирует наших агрономов маленьких. Улыбайтесь. Да не закрывай глаза. Вот, давай. Вот так, да. О, молодец. Глянь, как я. Сейчас еще. Блин. Сейчас пока. Вот так вот у нас получилось. Сейчас. О. На папу только смотри. Сейчас. Да, блин. А Афоня... Тебе тоже делается светлее тем? Нет. Глянь. Ну да, у тебя делается яркость, да? О, на меня смотри. О, как ты пальчиками показывал. Еще. Так, все, теперь у нас обед. Будем кушать рассольник, а на ужин пловик, да? Да. Так, мы проснулись, 3 часа у нас. Сейчас хочу немножко прибрать в комнатах, немножко все пораскладывать, иначе тогда после каникул вообще тут ничего не разобрать. Вот. Григорий, пока мы спали с Афанасием, написал рассказ. Сейчас буду его читать. Вот он получился на страничку. Ну, тут не видно, тут карандашом. В общем, сейчас я прочитаю. Потому что это интересно. Мой первый. Да, это твой первый рассказ. Черная лошадь. Все, я прочитала Гришкин рассказ, такой смешной, про 3 братьев. Жили-были 3 брата. И про черного коня, которого встретил младший брат, который был помощником. В общем, слова написаны. Побежал. То есть все, как он слышит, так он и пишет. Ну, очень все-таки интересно для первого его сочинения. Так, ну что, чай я попила, вернее, кофе попила с воздушным рисом. Когда к нам приезжала Ариша, моя крестница, они привезли детям воздушный рис. Я не знаю, вы вообще помните, мы в школе постоянно его покупали, руки потом такие липкие были. Я что-то раньше не заморачивалась, из чего же он сделан, мне казалось, из какой-то такой штуки, типа, знаете, кукурузных палочек, ну, что-то вот такое вот. А оказывается, что там в составе шлифованный рис. Я даже не знала. В общем, только, ну, мы его 100 лет не покупали, вот со школьных времен, и вот сейчас вот едим ложкой. Вот так вот. И дети там разрешили им в компьютер немного, потому что Гриша пописал. Вот, Афанасий сейчас смотрит что-то из... хуторянки, он вообще любит смотреть себя любимого, Новый год, Зоя тоже с Маргаритой обожает смотреть, как мы были в Ейске на Новый год. Так, сейчас хочу немножечко прибраться и еще успеть пойти на улицу. Тучки, конечно, бегают, но надеюсь, что мы еще погуляем. А тут сегодня раскрылся цветочек, сейчас покажу. Вот она, красавица герань, я думала, что она белая, а она, посмотрите, какая нежно-розовая. Обалденная герань. Он только начинает, 2 цветочка всего. Но мне уже безумно нравится. Я тут как раз смотрела покупки Олеси. И получается, даже не Олеси, а мамы. Ну, в общем, Олеся Вов Хом, ее канал называется. И они там тоже купили герань. И мама рассказывала о том, что это благоприятно влияет на атмосферу в доме. От головной боли этот цветок. Ну, не знаю, насколько от головной боли, но атмосферу и настроение мне он точно поднимает. Вот. Так что герань нужно иметь в доме. Уже дома с Григорием. Папуля тут, я смотрю, сварил уже Рексику, да, папа? Это я тебе сварил. Это ты мне? Это ты так на Марсика покупала? Чистенький, пошел на улицу. Заходи в комнату. А мальчик тот сам играет, маленький мой, да? Знак. Это у тебя что такое, машина? Это вот трактор это? Да. Пошли читать. И что он делает? Мама, пошли читать. Сейчас, сынок, я пойду в душ схожу, хорошо? И пойдем читать. Папа, тата.
А ты тут с трактором ездишь, да? А мы уже вчера купались. Вы вчера, мама сегодня. Это не трактор, это, наверное, КамАЗ, да? Смотрите, как я умею. Ой, скелетон ты мой. Трактор? Смотрите. Так я сейчас ходила в душ, немного подсушила волосы феном. У меня тут помощник еще маленький. Покажись, как ты. Ты так сушишь, Афонь? Тебе не надо пробовать. И тебе надо посушить. Так, ну что, на сегодня все. В общем, так сегодня интересно с детками. Книжки почитали. Гриша читал про землю, про то, что она вращается. Вот. И говорит, я столько узнал о том, что земля вращается, а солнце стоит на месте. В общем, ему очень понравилось. Вот. И с Афонькой про птичек. Ему вот в последнее время почему-то нравится. Именно там у нас есть такая желтенькая книга про животных и про птичек. А Антошек по букварю Жукова начали просто так с ним буквы. Так как он уже знает некоторые, то просто с ним разговариваем про что, какая буква, на что. В общем, сегодня как-то вечер прошел очень даже интересно. Выходили с Афанасием в прямой эфир в Инстаграм. Чего-то я в приложении Ютуба не могу найти прямой эфир, чтобы с телефона выходить, а не быть привязанной к компьютеру, потому что с детьми не очень удобно сидеть на одном месте и никуда не ходить. Не знаю, посмотрю еще, как выходить с этого приложения. Может быть, нужно его обновить, это YouTube-приложение в телефоне. Ну, посмотрю, в общем. В общем, ладно, вот так вот прошел наш вечер. И всем до завтра. Всем пока!